перешел через дорогу поздороваться с товарищем и увидел, в траве лежит птица в необычной позе, на спине, то есть крыльями вверх. Подошел, это оказался коршун. Ну, попробовал его потормошить. В общем, он оказался раненым, на крыле кровь. Попробовал позвонить в ветеринарные службы, в какие-то организации, которые занимаются помощью животными. Ну, до кого дозвонился, они птицами не занимаются, тем более коршунами, поскольку это хищная птица. Ему немного стало лучше. Он начал маленько шевелиться в разные стороны, потому что был вообще обездвиженный. Я думал, что он парализованный. Ну, поскольку чуть-чуть шевелится, значит, что-то в какая-то жизнь в нем есть.